Здравствуйте. Меня зовут Мира Орлова. Еще недавно я работала самой обычной учительницей в самой обычной школе. Доброе утро. Здравствуйте. Преподавала литературу, а еще писала роман. Конечно, это был роман о любви. А ты читал, как ее водой из-за лужи окатили? Круто! Я не сделала ничего такого! А что, жалко? А проехала? Привет! Че читаешь? Да так, ничего. Ты где это взял? Там. Это был мой роман. Я никогда не думала, что его кто-нибудь когда-нибудь прочитает. А оказалось, что его читает вся школа. Какой он красивый, подумала она. Неужели это и есть любовь? Вам не говорили, что брать чужие вещи – это свинство? А по-моему, Мира Анатольевна, свинство у вас в романе летает. А, щекнутая. Учитель русской словесности пишет роман, в котором главной героиней является свинья. Надо мной смеялась вся школа. У меня было такое чувство, что жизнь моя закончилась, и я не знала, что мне делать и куда мне идти. А потом меня чуть не сбила машина. С этого все и началось. Слышь ты, Анна Каренина, ты что под машину кидаешься? Думаешь, что совсем ослепла? Эй, я с тобой разговариваю. Простите. Мира? Оля. Нормально, я чуть не задавила школьную подругу. Как ты? С тобой все в порядке? Извини, я задумалась. Я работала учительницей литературы, а сегодня ушла из школы. Почему? Потому что вокруг одни идиоты. Я написала роман про свинку, а надо мной смеются. Роман про свинку? Да. И про собаку. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Значит, у тебя свинка любит собаку? Да? Так, во-первых, вот это не надевай больше никогда. А во-вторых, тебя нужно спасать, подруга. Садись в машину. Ладно, не парься. Мои знакомые тоже решили поженить двух французских мопсов. Они их свадьбу в Инстаграм выложили. Представляешь? По 500 лайков в день. Но свинка и собака – это круче. Сама придумала? Да. Поздравляю. Ой, что ты думаешь делать? Выдать тебя замуж. За кого? За какого-нибудь подходящего мопсика. А что такое подходящий мопсик? Что ты имеешь в виду? Ой, дорогая, это тот, у которого есть будка на Карибах. Ты так считаешь? Я так считаю? Так весь мир считает. Ну, ты думаешь, так просто найти мужчину, в которого по-настоящему можно влюбиться? Да, просто. Только нужно сменить гардероб. Я, честно говоря, вообще не понимаю, чему ты могла учить детей вот в этом, во всем. Но у меня нет денег. Есть вещи поважнее денег. Запомни, это не мы гонимся за брендами, а они за нами. Я говорю, ты киваешь. Свет, привет. 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 Это Мира, молодая, очень перспективная писательница. Москва по ней с ума сходит. Журнал на части рвут. Думаешь, мне есть когда книжки читать? Мне бы с читателями разобраться. Слушай, у нас просто намечается большая съемка в «Глянце», 5 разворотов. Наверное, будет здорово, если мы снимемся в твоей одежде. Что скажешь? Реклама нужна тебе? Реклама? Супер. А вам нужен только вечерний? Знаешь, вечерний нужен обязательно. Я бы еще кое-что посмотрела. Сумки, обувь. Мира, Света настаивает, чтобы мы воспользовались ее одеждой. Вперед. Ой, Светочка, спасибо, все подошло. Пожалуйста. Как книжка-то называется? Эти писательницы такие странные. Книжка есть, название еще не придумали. Мы тебе смс пришлем. Ага. Спасибо огромное. До свидания. Ты сказала, что я писательница?
А ты думаешь, если бы я сказала ей правду, она стала бы тебя одевать? Подожди, Оля, мы должны все это вернуть. Мы ее обманули так нехорошо. Мне за 20 лет не хватит зарплаты, чтобы расплатиться за все это. Слушай, вот ты книжку продашь и рассчитаешься. Так она же еще не написана. Ну вот и хорошо. Вот тебе, пожалуйста, стимул. Пиши. Оль. Так, на, вот это очень хорошая тушь. Оля. Так, и вот твой цвет. Смотри. Мне это не нравится. Запомни, ты всегда должна выглядеть отлично. Только так ты сможешь познакомиться с нормальным парнем. Так, дорогая, в чем дело? В прошлый раз мы покупали косметику на 1000 баксов. Где результат, Мира? Вы позволите? Будьте добры. И тени, пожалуйста. Попробуйте зеленые. Ой, нет, давайте лучше вот эти. Муж обожал этот цвет. А как вы познакомились? Ну, пока ты в своей школе писала рассказы про животных, я времени даром не теряла. Как-то раз мы с моей подругой поехали на море, и наш знакомый, пригласил нас отметить покупку новой яхты. Вообще-то мы не знали, куда идти. Он сказал, самое новое, самое красивое. А это точно эта яхта? Я думаю, да. Странно, что на яхте никого не было. Мы-то были уверены, что все давным-давно веселятся. Но там был какой-то непонятный парень, морячок. Но мы на него особо не обратили внимания. И решили выпить, пока хозяина не было. За нас. Девки, а вы, по-моему, совсем обнаглели. Вы на борт-то в чем поднялись? Сначала каблуки сними. Мне даже стало немного стыдно. В отличие от моей подруги, которая полезла с ним разбираться. Я сейчас сниму. Ты у меня этим каблуком сейчас прямо в глаз получишь. Эй, что за... Пусти, пусти меня! И в итоге он просто выкинул ее за борт. Ты серьезно? Ногами работай! Что делать? Пришлось ее спасать. Идиот! А самое смешное, что я вижу еще одну яхту, на которую тот самый знакомый, который нас и пригласил. Давай, 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 давай! И тогда мы поняли, что ошибочка вышла. Ничего себе ошибочка. Но главное не это, а то, что морячок и был владельцем яхты. Привет, Максим! Привет! Ты что ж таких красивых девушек гонишь? Поплыли с нами, отдохнем! Давай в другой раз! Подождите, а это что, ваша яхта? Моя? Ольга, простите ради бога. Максим? В тот вечер я никуда не пошла. Мы остались на яхте. Купались под луной, смотрели на звезды. А через неделю он мне сделал предложение. Окей, застукали папарацци в Париже, но он мне сказал, что между ними ничего не было. Да, да, конечно, ничего не было. А это тоже граф?
Да нет, учитель физкультуры подарил на 8 марта. Учитель физкультуры? А, это она так своего персонального инструктора по фитнесу называет, у них типа Роман. Слушайте, это прикольно. Надо запомнить. Отличное шампанское. Ура! Ура! Папа, за тебя! Ура! Спасибо, девочки, я вас люблю. Попоем? Не, нам завтра с утра вставать пораньше. Слушай, а где твой Вадим ужинает сегодня? А зачем тебе? Да мне надо подругу пристроить, понимаешь, погибает на почве сексуальной неудовлетворенности человек. Я поняла. Попробуй на старом месте поискать, у него как раз сегодня там встреча. Мы поехали. Подожди, а Вадим это кто? Вадим? А, это Ленкин муж. Ты хочешь, чтобы я отбила мужа у твоей подруги? Ты, конечно, можешь попробовать, только вряд ли у тебя это получится. Проблема в том, что нормальные мужики не ходят в клуб, чтобы познакомиться как минимум с целью создания семьи. Та же Лена жила в хорошенькой квартире в центре Москвы. Все как у людей. От бывшего хахаль досталось ей. И что ты думаешь? Хахаль слился? На. Платить за квартиру нечем. Ну? И? Она решила найти себе мужа с помощью мобильного телефона. Это был наш старый проверенный метод. 7 цифр подряд. Угу. За такие номера обычно платят бешеные деньги. Она позвонила и убедилась, что ей ответил мужчина. А потом она посылает ему смс. Ну, якобы мне посылают, но на самом деле ему. Схема понятна? То есть она что-то ему смс, которые якобы предназначены мне. Что типа она влюбилась и все такое, но опять облом. В общем, пожаловалась подруге. И что, он ей ответил? Он ей ответил. Вполне естественное любопытство. Слушай, если у нас на тебя серьезные планы, а у меня серьезные планы на тебя, пора тебе уже разбираться в мужской психологии, моя дорогая. Вот Ленка в ней разбиралась прекрасно. Она умела создать интригу и представить себя в лучшем свете. Представляешь, он весь вечер читал мне стихи. Да, читал. И что здесь такого? А то, что всем мужикам интересно узнать, что же будет потом. Теперь важно было не дать ему сорваться с крючка. И Ленка продолжала играть свою роль. Потом мы целовались в машине и добавила, у него Ламборгини. Ты чё, о чем задумалась? Вспоминаю, когда последний раз целовались. Чего? Ну, в общем, он прислал смс. Поинтересовался, в чем облом. И тут наступил решающий момент. И ответила она ему гениально. Решила представить себя невинной овечкой. Типа он повел себя как богатый кретин, предложил заняться сексом прямо в машине, но она не такая. Но Ленка-то как раз именно такая, ей нужны были только его бабки. Дело было сделано, он позвонил ей сам. Видишь, ничего сложного нет, даже для училки. Алло? Здравствуйте. Похоже, вы перепутали номер, так что это я с вами осмотрелся. До свидания. Подождите, подождите, не кладите трубку. Ужасный поступок, но... не смог удержаться. А вдруг это судьба? Когда он вошел, она сразу поняла, что это провал. Да ладно? Да вообще, самый обыкновенный парень, таких миллионы. Привет. Здорово мы с тобой смесились. А я тебя сразу узнал. Узнал? Да. Ну и вали отсюда. Приятно было познакомиться, подружка. А она, представляешь, 2 недели готовилась к этой встрече. На 7 килограммов похудела. Ничего не кушала, ни мучного, ни сладкого, бедняга. Девушка, вы заказывать что-нибудь будете? Давайте стейк. С кровью. Но история на этом не закончилась. Все, сидит, ждет. Шеф, светлые волосы, грудь 3-й размер. Отлично, то, что надо. Я тоже так думаю. Черт, опять сломалась, а? Девушка, вам помочь? Так. Прошу вас, возьмите, пожалуйста. Это был тот самый номер. 7 цифр подряд. Она посмотрела на него и поняла, что она влюбилась. Я тоже так хочу. Ой! Все так хотят.
Наверное, Оля права. Нельзя сидеть дома. Я должна хотя бы попробовать. Найти своего любимого человека. Нам повезло, Вадим здесь. Да, он сейчас в Сочи. Я обо всем договорился. Думаю, он готов с тобой встретиться. Я такая голодная. Мы не есть сюда пришли. А, молодой человек, да-да. Будьте добры, все деревья сок, кофе с перцем. И все. Сейчас, хорошо. Оля, привет. Привет. Идите сюда. Нас интересует второй. Я говорю, ты киваешь. Привет. Привет, Олечка. Здрасте. Ольга. Привет. Мира. Игорь. Вадим. Так, ну присаживайтесь. Мира. Угу. Да. Отлично выглядишь. Спасибо. Угу. Редкое имя. Это не русское имя, да? Почему не русское? Русское. Точнее, славянское означает мирное. Ах, мирное, ну в том смысле, что смирное. Слушайте, отличное качество для девушки, которая ищет серьезных отношений. Вы не голодные? Угощайтесь. Спасибо. Очень вкусно. А у вас прекрасный аппетит, но, судя по всему, вы неплохо провели вечер. Да, мы отдыхали. Знаете, что касается ваших слов про имя, ну, как оно отражается на личности человека? А что означает ваше имя? Мира. М – это мир. И – это союз, вместе. А Р – это река, речь. А – это русская ас. Я. Ты что-то понял? Да. Ах, понял. Ну, в таком случае объясните, пожалуйста, для тупых еще раз. Ну, девушка, у которой в имени присутствуют эти буквы, она склонна к науке, к философии, в ее характере есть ответственность, сдержанность. Такие часто становятся хорошими учителями. Учителями? А в бизнесе? Нет, бизнес не их конек. Понятно. Чего не скажешь, Мирочка, о нашей с вами общей подруге? Вы знаете, мои предки были испанскими грандами, я просто не могу себе позволить жить в нищете. А Мира, кстати, тоже не бедствует. У нее вилла на Сан-Бартче, спросите. Да. Ну и где ты шляешься? Спасибо, что перезвонили, но вы знаете, мы уже заключили договор с другим издательством. Я же тебе сказал, сиди дома. Да, я помню, что я вам обещала. Ты чего мелешь? Это я, Максим, твой муж. Мне очень жаль. Всего доброго. Оля, ты здорова? Звонили из Лондона по поводу твоей книги. Вы писательница, да? А о чем вы пишете? Я пока в процессе. Ну, что ты скромничаешь? Мира пишет роман о животных. О животных? Слушайте, о животных это же очень интересно. Очень. Ну, действительно, тема людей уже себя исчерпала полностью. Так, животные. А, простите, какие конкретно животные? Извините. Сейчас, простите, ради бога, буквально на секунду. Да, конечно. Мира. Странная девушка. Мира, что случилось? Я просто не могу врать. Простите, Мире стало нехорошо. А вы знаете, у нас через пару дней будет презентация книги. Приходите к нам. Я, к сожалению, улетаю в Сочи. Там экономический форум. Ой, ну там же ужасно скучно. У нас будет веселее. Скучно, не скучно. Знаешь, когда приглашает президент, причем лично, ему не откажешь. Вы знаете, вы передайте вашей подруге. Когда ее книга выйдет, я обязательно прочитаю. Хорошо, передам. Ух ты! Всего доброго. А может, мне действительно надо было соврать? Слушай, ну, несмотря на то, что ты очень странно себя вела, по-моему, Игорю ты понравилась. Ты думаешь? Да. А что, он тебе тоже понравился? Ты не вздумай в него влюбляться. Мужчина не цель, а средство. И никаких бабочек в животе. А любой? А, это что-то в книжках. Кто их читает? Я. Зато мы точно знаем, где его можно найти. И это хорошо. Да. Опять цирк устраиваешь? Нам нужно поговорить. А минут 10 ты можешь подождать? Я уже заблокировал все твои карточки. И вези сюда ключи от машины. Урод! Ненавижу! Это я не вам. Что
ее знаешь? Извините. Это не то, о чем ты подумал. Я тебе все объясню. Садись. Мне нужно вернуть машину. А разве она не твоя? Уже нет. Скажи ему, что я готов подписать наш контракт. Вы уверены? Да. Мы согласны. Отлично. Значит, год работы потрачен не зря. Он хочет напоить нас, мистер Чен. Да, и уложить в постель с этой девкой. Доволен? Здрасте. В следующий раз будешь отвечать нормально, когда я тебе звоню. А следующего раза не будет. Я не понял. Я от тебя ухожу. Это его жена. Что? Я тебя бросаю. Она уходит от него. Это переводить не надо? Значит, запомни, меня никто никогда не бросает. Это я бросаю. И тогда, когда я посчитаю нужным. Сейчас взяла ключи и поехала домой. И подумай. Я уже подумала. Я уезжаю с подругой в Сочи. В Сочи? Это тоже переводить не надо? Значит, я тебя больше не устраиваю. Он не может ее содержать. Вот как. Значит, тебе мало того, что у тебя есть. Хочешь найти себе кого-то побогаче? А не пожалеешь? Вот такая у нас веселая семейная жизнь. Михаил. Скажи ему, что контракта не будет. Ты же сказал, что у вас все круто. Да, круто. Было. Неделю назад. И что? Сейчас расскажу. Все началось с того, что мы решили провести неделю на яхте и отпраздновать годовщину нашей свадьбы. Хороший день у меня сегодня, хороший день, чтобы стать... Он стоял в белоснежном костюме на нашей белоснежной яхте и кормил чаем. Твой муж? Нет, итальянец. Я не знала, кто он такой, и просто завела с ним разговор. А вам не кажется, что сегодня у моря цвет мартини? 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 Да. Ты хочешь мартини? Мой ангелочек, я приготовлю тебе мартини. Он ни черта не понимал. Я, кстати, тоже. Начнем с того, что я не люблю мартини, не понимаю итальянский, терпеть не могу, когда меня начинают так нагло клеить. Муж, понимаешь? Муж. Он очень ревнивый. Да. Причем здесь муж, дорогая? Ты узнаешь, что такое настоящий итальянский мачо. Что-то бормотал на итальянском. В общем, достал. Не понимаю. Но, дорогая, поверь, это будет лучшая ночь в твоей жизни. Ты поплывешь. Ты плавать умеешь? Ты хочешь поплавать вместе? Хорошо? Нет. Сейчас мы будем плавать с тобой в этом чудном море, моя дорогая. Я так испугалась, когда он начал раздеваться. Больше всего боялась, что Максим это увидит. Я не понял. Ну, естественно, по закону подлости Максим это, конечно же, увидел. Тебе обязательно вести себя как шлюха? А тебе обязательно вести себя как ревнивый идиот? И вообще, кто это такой? Это скрипач. Известный итальянец. Я хотел, чтобы он поиграл нам за ужином. А, это ты его пригласил. Понятное дело, к ужину мы помирились. Все-таки, как-никак, первая годовщина совместной жизни. Но на самом деле я его не простила. Я решила сбежать с этим итальянцем и начать новую жизнь. План был такой. Дождаться, пока Максим доест свои макароны и уснет, и действовать. Почему не ешь? А? Я не хочу, спасибо. А у меня на лодке всегда отменный аппетит. У них почему-то в Италии какая-то очень вкусная еда. Даже макароны обыкновенные, те какие-то нереальные. Я подумала, да, если я останусь, мне придется наслаждаться этим зрелищем всю мою жизнь. Конечно, меня терзали сомнения, правильно ли я поступаю. Но я думала о том, что он увезет меня в Венецию. Мы поселимся в каком-нибудь старинном дворце. И я буду гастролировать с ним по всему миру. А не терпеть каждый день унижения от этого любителя макарон. И вот я поворачиваюсь к нему, вся такая возвышенная, и понимаю, никуда он меня не повезет. Оказалось, что никакой он не знаменитый скрипач. Играет в местных тавернах, у него жена и четверо детей. В общем, я сбежала. А сегодня я встретила тебя. Так что, подружка, начинаем новую жизнь. Ой,
А можете вот направо повернуть и остановиться? Ну что ж, ждите нас здесь. 75 тысяч. Да это ж грабеж. Извините, принимаем по цене лома. Хотя, должно хватить. На неделю? Ну да. Хватит. Еще останется. Девушка, будьте добры, два билета бизнес-класса в Сочи в один конец. Извините, но билетов уже нет. Только что последние выкупили. Ну, давайте следующий рейс тогда. Сейчас? Стоять? К сожалению, ничего. Там экономический форум. На. Чего стоим? Кого ждем? Куда летим? В Сочи сегодня. В Сочи? Какое совпадение. Мы тоже летим в Сочи. Чартер. Частный самолет. Идеально, нам подходит. 100 тысяч рублей. У нас только 75. За мной. Ты с ума сошла? Отдала все наши деньги. Слушай, туда-куда мы летим, нам деньги не понадобятся. Пойду в стюардесс, если ничего не получится. Самый завидный холостяк нашей страны. Чего он не женится? Так он поспорил на миллион долларов, что до 45 лет не женится. Глупо, я бы не спорила на свою жизнь. Он не на жизнь спорил, а на деньги. Кстати, через 2 недели пари заканчивается. Эх, попался бы он мне пораньше. Он бы от тебя не ушел. Не ушел бы. Девочки, как дела? Пока не знали, что наш пилот чокнутый алкоголик, было неплохо. Смешно. Не переживайте. За штурвалом автопилот. И ему пока не наливали. Выпьем. Летчик. Кто таким вообще разрешает летать? Сейчас. Строительство, инвестиции. Хобби. Любит управлять собственным самолетом. Сотня с этого года. Как можно быть такой дурой? Мы едем или нет? Едем, едем. Что я здесь делаю? Ты ищешь своего любимого человека. И что я ему скажу, когда встречу? Да что угодно. Скажешь, что любишь его. Только учти, скорее всего, на первом свидании он потащит тебя в постель. Так, отлично, летчик здесь. Значит, и Игорь твой здесь. Ну что, идем заселяться в это гнездо олигархов? А что значит нет номера? Это какая-то ошибка, да? Позовите старшего менеджера. Секундочку. Да, слушаю вас. Вы старший? Да. Знаете, кто это? А? Это мой муж. Поздравляю. Это я вас поздравляю. У него самая большая в мире коллекция спортивных автомобилей. 11 замков, 6 самолетов и женский баскетбольный клуб. И вы хотите отказать его жене? Не советую.
Когда я расстраиваюсь, я становлюсь очень, очень плохой. Площадь номера 204 квадратных метра. В номере 3 LCD телевизора. Система кондиционирования последнего поколения. Шумозащитные окна. Пули непробиваемые. Круто! Это как три моих квартиры. Простите, что? Не обращайте внимания, у моей подруги специфический юмор. Продолжайте, продолжайте. Наличие режима подготовка ко сну, персональный лифт, две двуспальные кровати с гипоаллергенными подушками. Если понадобятся услуги особого характера... Это какого? Потом расскажу. Позовите просто меня. Приятного вам отдыха. Спасибо. Как у тебя получилось? Я сказала, что я замужем за человеком, которому нельзя говорить «нет». А если они узнают? Узнают. Дня через три. Да ладно, не парься. То, что мест нет, это хорошо. Значит, мы на правильном пути. Идем на охоту. Гарантирую, 24 часа, и твой Игорь сделает тебе предложение. Здорово здесь. Я никогда не была в горах. Будешь уже теперь каждый год в каком-нибудь Кушавеле. Очень красиво. Ну вот, говорят, этот сноуборд вообще крутой. Знаешь, там... Подожди минуточку. Привет. Не хотите покататься? Отвали. Меня Ник зовут. Я серьезно, первое занятие бесплатно. Слушай, а ты не видел здесь такой вот ходит с двумя одинаковыми высокими девушками? Не видел. Может, на форуме торчит. А тебе зачем лопух-то этот? Ты себя-то видел? Слушай, а можно я действительно прокачусь один разочек? Ну, раз бесплатно, а? Бесплатно только сыр в мышеловке. Бесплатно он тебе только секс может предложить. Ладно, ты девочка большая, делай, что хочешь. Я буду летчика искать. А? Ник? Ну, пошли. Да отлично, новичок, не подведи. Не мой формат. Сноуборд. Держи. Очки. Может, посидим сегодня день вечером? Говоришь, подружка? Че, понравилось? Ну так, ничего. Если научишь меня кататься, замолвлю за тебя словечко. Хорошо. Хотя шансов у тебя никаких. Да ладно. Она простила мне мою тоску, она простила мне глаза печали. Словно ступая тихо по песку, плетутся не хотя слова прощальные. Она простила мне мои грехи, глазами чистыми смотрела пристально. Она не слушает мои стихи, но без нее они немыслимы. Я знаю, что меня зовет туда, где туман прячет пятиэтажные дома. Быть может, я уже сошел с ума. Здравствуйте, Мира. Это он. Здравствуйте. Что же делать? Я должна сейчас что-то делать? А, только что Ольга мне говорила. Ну, да. Так, быстрее вспоминай. Он уехал. Знакомый? Да, недавно познакомились. Видел пару раз его. Кушавели с одной бабой. Красиво? Кто? А, баба. Да. Ну, ты тоже ничего. Поехали. Поехали. О! Куда ты пропал? Тебя шеф ищет. Слушай, ну, повиси тут минутку, ладно, я быстро. А? Что я делаю? Это же был мой шанс. Может быть, и единственный из тысячи. Нужно. Что нужно? Вставать и догнать его? Угу. Легко сказать. Дурацкий сноуборд. О, надо лыжи было брать. Ай. Кажется, получилось. Вы что здесь делаете? А что, ваш инструктор, с которым вы так любезничали, он что, не сказал вам, где можно кататься, где нельзя, что ли? А? Вы знаете, а я от него сбежала. Он что, приставал к вам? Да нет, слишком много разговаривал. Опа. Спасибо. А вы, наверное, любите молчунов, да? Нет. Давайте отстегну вам. Может быть, закончим катание на сегодня? Может, по Глинтвейну? А? Вы не против Глинтвейна, а? Нет. Тогда пойдемте. Я как раз замерзла. Да? Ага. Я вам помогу. А я вам. Спасибо. Красиво здесь, правда?
как поршавели. Здравствуйте, Мирон Анатольевич. Петров? А ты что здесь делаешь? Папу по работе пригласили. Он меня с собой обещал взять. А школа? Пушкина выучил? Выучил. Хотите, я вам прочитаю? Нет, Петров. Ну, давай, катайся. Пока, Петров. Это сын моих знакомых. Они попросили его по литературе подтянуть его. Мы живем рядом. А, на Сен-Барте. Ага. Да-да. Ну, это, конечно, не Сен-Барт, но тоже неплохо. Да, если б я знала, где этот Сен-Барт. Вы что-то сказали? Артём! Будьте здоровы. Извините. О, вот свободный столик. Присаживайтесь, я пойду схожу за Глинтвейном. Дура, зачем я ему соврала? Больше никогда не буду ему врать. А если он узнает, что я простая учительница? Ну, а как он узнает? Мадлен, что вы здесь делаете? Я приехала за вами. Хочу предложить вам контракт. Мадлен, у меня поменялись планы, я останусь в России. В России? Да. Кому вы здесь можете быть нужны? Друзья пообещали мне познакомиться с одним человеком. Он обещал дать денег под мою идею. Вы маленький мальчик, и вы верите в сказки. Но я вам помогу с ними расстаться. Во всех смыслах. Мадлен. Вот вы где. Решили свинтить с урока? Я всю трассу обыскал. О, кстати, вот и баба. Я с ней его видел. Ну что, продолжим? Мадлен, извините, пожалуйста, но мне нужно идти. Иго? Игорь! Что, по-вашему, на сегодняшний день представляет из себя кровь экономики? Нефть? Деньги? Золото? Нет. Вода. Обыкновенная вода. Вернемся. А твоего-то что-то не видно. А, вода. Я одно его из самых на склоне встретила, он на лыжах катался. Тише, пожалуйста, слушать мешаете. Благодарю. У вас что, проблема со слухом? Так, продолжим. Вода. Мы можем видеть вот ее я в надеюсь, не растерялась? И газообразном состоянии. Я сбежала. Почему? Воды не могу потому что быть человеком. Там была соперница. Так, у любой уважающей себя девушки должна быть соперница. Это очень подозрительно, когда мужчина никому не нужен. Ты не сбежала, а просто отступила перед более сильным противником. Временно. Девочки, здравствуйте. Здоровья. Как думаешь, он не откажет для начала оплатить наш номер? Игорь? Летчик. И некогда скучать. Да, сразу видно, что человек приехал по работе, да? Снижение загрязнения пресной воды. Сегодня будет закрытая вечеринка по случаю открытия форума. Я думаю, Игорь там будет. Так вот эти две узнаете, где живут, ладно? Окей. А если вечеринка закрытая, как мы туда попадем? Так, это не то. О, это хорошее, но не сюда. О, на, беспроигрышный вариант. Ой. Я надевала его на Миллионер Фейр, а подруга вырядилась в платье со шлейфом, хотя я ее отговаривала. В итоге все подумали, что она модель, которая работает на выставке. Спрашивали каталоги и визитки. Волосы надо собрать. Слушай, а ты шампанское умеешь открывать? Ага. Девушки, нам еще 40 бутылок шампанского. И раздевайтесь. So many hearts we all used to love, but now one burned down. So many lives in these broken things, they found a hideout. Time to step up and shout. Change the world in your face.
Друзья, друзья, минуточку тишины, пожалуйста. Я имею честь представить вам этот новый суперкап. Это чудо техники, создано при участии нашего соотечественника, кстати, моего лучшего друга. Да, конечно, не без помощи концерна Lamborghini. Спасибо. На одной из лучших конюшен Европы. Поздравляю, поздравляю. Господа, я горжусь, что это произведение искусства сделано в том числе и при участии нашего российского инженера. Только что-то я не вижу радости в ваших глазах, Игорь Сергеевич. Да там долгая история. Извините. Талантливый? Да, очень. Ну вот я вас догнал. Я не помню, когда я за кем-то так гонялся. Простите, ради бога, я действительно хотел с вами поговорить. Так. У меня есть идея. Сделать настоящий русский спорткар. Я в курсе. Отличная идея. Какой русский не любит быстрой езды? Зачем дело стало? Проблема с финансированием. Mm-hmm. Я обращался ко многим инвесторам, но... И? Что за машина? Какая она? Она красивая. Не такая, как все. Понятно. А какие технические характеристики? Вы знаете, у нее есть душа, это редкость. Оригинально. Я вижу, вы на романтической волне и не настроены говорить о делах. Нет, нет, почему же? Я... Я все понял. Очень машина, настроен. Свяжись с моими помощниками, хорошо? До встречи. Знаете, удачи. Я как раз хотел сказать вам, что я хотел бы сделать опытный образец этой машины. Игорь! Ну что, у тебя была встреча с твоим русским Санта-Клаусом? Я вижу, она прошла не очень успешно. Это не совсем вас касается, Мадлен. Я думаю, что меня это касается. Знаешь почему? Потому что сейчас ты наделаешь глупостей. Пойми. Мадлен. Пойми. Ты разрушишь свою жизнь, а я тебе открою все двери, понимаешь? Мадлен, твой талант. Что вы делаете? Что вы делаете? И мои возможности. Мадлен, я, к сожалению, не могу сейчас разговаривать. Мне нужно идти навстречу. Простите меня, простите. Всего доброго. За новый трамплин. Не подержите. Простите. Да ничего. Ничего. Спасибо. Нет, это не что лучше. Что, опять? Опять разбили? Возьми у него поднос. Аккуратнее работать надо. Спасибо. Угу. То же самое было на выставке элитных автомобилей в прошлом году. Платьев было мало, красивых еще меньше, а миллионеров практически не было. А помните там Lamborghini? Желтый такой, шикарный. Конечно, помню. Ну так я его купил. А, точно! А почему он был на номерах? Он был не новый? Оленька, с вами опасно иметь дело. Ну кто бы говорил? Я наш полет такой дорогой, мне кажется, запомню на всю жизнь. Куда же ваша подруга пропала? Ты что, собираешься весь день так ходить? Он здесь. Так, все, не поворачивайся. Что он подумает? Ой, простите, я такая неловкая. Он идет к нам. Выпрями спину. А я искал вас. Вы так внезапно исчезли. По-моему, мы должны объясниться. Игорь, а вы не хотите принести Мире бокал шампанского? Вы хотите шампанское? Да. Я принесу. Господи, он такой милый. Слушай, он очень странный. Он говорит, как из 19 века. Только смотри на него так. Как? Ну, как влюбленная дурочка, вот с такими глазами. Не надо. Где твое достоинство? Собралась. Я не умею. Надо учиться.
Ой, что такое? Это она. Неплохо. На бывшую учительницу не очень похожа. Что делать? Оставайся здесь. Дождись Игоря, заведи с ним непринужденный разговор и выясни, какие у них отношения. А ее я беру на себя. Ага. Потанцуем? А то. Спасибо. Вас ищет ваша девушка. Это не девушка, это мой босс. Хотите сказать, она вам не нравится? Она из семьи Ламборгини. Мне иногда кажется, что у нее в жилах течет машинное масло, вместо сердца пламенный мотор. Она, в общем, неплохая девушка. Пойдемте. Куда? Простите. Мерда! Что? Мы не любим, когда его обижают. Что? Что происходит? А? Друзья, на романтику. Это глубоко мне не расплететь. Я к тебе тянусь, но боюсь одеть. Ты опять стоишь. Странно. Пустоты. Почему? Ну, в горах снег, а здесь тепло. Волшебство. Вам не понравилась вечеринка? Я вообще не очень люблю эти вечеринки. А зачем вы пришли? Я вас хотел увидеть. Я только не понял, вот вы... С подносом? Да. А это была идея подруги. Вы знаете, у нас просто не было приглашений. А вы наблюдали за нами? Я? Наблюдал. С вашей подругой мне все ясно, а вы, мне кажется, не такая, как она. Откуда вы знаете? Это я у вас спрашиваю. А куда мы все-таки идем? Я хочу вам показать одно место. Скажи, не молчи, что любишь меня. У вас, наверное, большой выбор. Скажи, не молчи. Девушки за вами толпами бегают. Что любишь меня. Я бы не сказал этого. Глаза закрывай. Я еще с самой школы не умел с девушками общаться. Да? Правда, правда. А я думала, у таких людей, как вы, нет комплексов. Что любишь меня. Чем же я отличаюсь от обычного человека? Моя подруга говорит, что все. Скажи, не молчи, что любишь меня. Глаза закрываю, и будто бы легче. Опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи. Спасибо. Скажи, не молчи, что любишь. Я много думаю о вас. Думаете обо мне? Почему? Просто думаю, что мы встретились, что вы не такая, как все. Какая? Честная, искренняя. Ой. Вы достойны настоящей любви. А я не знаю, что такое любовь. Ну, пока не успела узнать. У вас все впереди. Я надеюсь. А это то самое место, которое вы мне хотели показать? Да, этот маяк строил мой дед. О, аккуратно, аккуратно, не упади. У вас очень красиво. Прямо сказочный дом. Располагайтесь. Спасибо. Я выберу нам вина. Могу поверить, неужели у меня все получилось? Я
Я тебя люблю так, что когда найду, съем. Я тебя ищу как, ищу то, что нам совсем. Я тебя хочу так, что когда увижу, то расскажу тебе сразу, что значит для меня это все. One, two, one, two, one, two, one, two. One, two, one, two, one, two, yeah. One, two, one, two, one, two, one, two. Two, two, two. One, two, one, two, one, two, one, two. One, two, one, two, one, two, yeah. One, two, one, two, one, two, one, two. Two, two, two. Если менять, то только себя раз. Если меняться, то тебя на тебя два. Если терять, то только любовь три. Если считать... Доброе утро. То, только за трех раз, два и... Доброе утро. Как вам спалось на новом месте? Присни, жених невесте. Что? Ну, помните, игра такая в детстве была? Нет, не помню. Интересно? Неважно. Кто же вам приснился? Вы. Я? Мне показалось, ли вы меня поцеловали? Во сне. Вы подглядывали? Я приготовлю завтрак. Спасибо. Я очень голодный. Вы никогда не пробовали запивать кофе холодной водой? Нет, не пробовала. Это потрясающе. Вы не мож... Что случилось? Ничего. Вам нужна помощь? Это что, его жена и дети? Мерзавец. Все мужики одинаковые. Так. Мира? Ольга! Чё ты, где была? Я была у Игоря. Ну и как успехи? Я сбежала. Он оказался женат, у него есть дети. Мерзавец. А у тебя-то что? Чёртов ублюдок. Кто? Да лётчик. Использовал меня как шлюху на одну ночь. А утром сказал, что к нему приедет жена. Ой. Как можно быть такой дурой? Чего? Ой. Так ты мне еще и денег оставил? $300? За кого ты меня принимаешь? Да девочки на улицах получают больше! Прошу. Подлец! Ой. А ты кто? Это ваша жена. У меня много чего есть, но вот жены пока нет. Понял. Сейчас все уберем. Куда мы теперь пойдем? Привет. Проходите. Ну, в общем, так. Очаровательно. Располагайтесь. Спать можете здесь, наверху. А вы где будете спать? А это не важно. Я договорюсь с друзьями. Спасибо. Ну да, собственно, вы, наверное, сами. Угу.
спасибо. Ну что, все плохо? Денег нет. Мужиков нормальных нет. Вообще непонятно, что делать. Ой! Может быть, все к лучшему? Что к лучшему? Пиво со сноубордистами пить. Да, он смешной. Скучаете? А теперь, внимание, сюрприз. Ого-го! В честь открытия трассы завтра кое-кто будет резать красную ленточку. И сейчас ребята хотят ее проверить. Сейчас? Ну да, чего ждать-то? Мы с нами. Пошли, пошли, пошли. Ты уверена? Оля, может, не надо? Надо! Я 5 лет этому училась, Куршавели! Понятно. Мы звук, разящийся ветер, я в нем живу. Я в звук, центр, ищи, скорее смотри. Я в моем звуке, здесь все хотят меня по ценам. А я опять и пьюсь в этом шумовом коктейле. Трэш, мужики. Мы немного задержались по срокам, мы потратили чуть больше денег, но мы построили это, и завтра уже... Оля! Ой, это опять вы? Да, это опять я. Вы не ушиблись? А вы? Я так понимаю, опасно становиться у вас на пути. Точно. Вы бы видели сейчас их лица. Вам так удобно? Хотите, я попрошу всех уйти? Слушайте, до меня только сейчас дошло, кто вы такая. Да что ж это такое? Что здесь делаете? Ну-ка, вставайте! Кто вас на трассу пустил? Ты руки убери! Это моя жена. А... Мне конец. В смысле... Трасса конец. Это трасса... Ну, трасса-то не открыта еще. Так давайте откроем. Ага. А что? Я вижу, молодым людям не терпится. Так, может, сделаем это вместе? Угу. Почему вы сказали, что я ваша жена? Об этом завтра все напишут. Вы против? Надо подумать. А как же ваша пари? Не, ну предупреждать же надо. Да. Ну, кто знал-то, что она жена? Привет. Привет. Что делаешь? Я собираю вещи. Попросила маму выслать нам денег. Надеюсь, хватит на 2 билета до Москвы. Вещи нужно сдать в магазин. Платье вообще не надевала еще. Ты платье-то оставь, Игорю понравится, мне кажется. Я тебе говорила, у Игоря жена и 2 прекрасные девочки. А вот и нет, это 2 его племянницы. Это был дом его сестры. Откуда ты знаешь? Оттуда. Вадим сказал. Они дружат с детства. Угу. Ты что делаешь? Я отправляю смс твоему Игорю. Отдай! Отдай телефон! Отдай! Ну, прошу тебя, ну, Оля!
Ну что ты делаешь? Ну... Оля! Ну? Ты отправила? Да. Мне не нравятся твои методы. Мои методы? Ты еще не видела мои методы? Кстати, неплохо написано. Ты о чем? Я твою книжку тут прочла на досуге. Вообще это некрасиво без разрешения. Да, я все понимаю. А твоя свинка мне понравилась. Тебе нужно брать с нее пример. У меня есть план. Это что? Это наушники. Мы с тобой все время будем на связи. Так что твоему песику от нас не уйти. Мы приехали. Очень хорошо. Мне страшно. Слушай, меня ничего не бойся. Ну а вдруг меня не пустят? Это же какой-то закрытый клуб. Пустят. Пропускай. Ты в машине летчика. Как тебе это удалось? Пригрозила ему, что все расскажу его жене. Когда подъедете, не вздумай сама открывать дверь. Твой Игорь уже здесь. Настроен серьезно. Не торопись. Пусть помучается. Как я выгляжу? Идеально. Как настоящая принцесса. Может, не надо? Надо. Мира, вы прекрасно вы. Здоровая конкуренция еще никому не повредит. Знакомые, мы отдыхали вместе в Куршавеле. Молодец, все правильно. Еду не заказывай. Я не голодна. Я очень рад, что наше маленькое недоразумение разрешилось. Простите, я не знала, что на фотографии ваша сестра. Это я виноват. Я вам должен был сам все объяснить. Предложи ему выпить. За что мы пьем? Я снова вижу вас. Вы больше не убежите от меня? Что это? Неужели тебе неинтересно? Это кольцо. Ты думала, это будет плюшевый мишка? Мира, я люблю вас. Я больше не хочу вас терять. На кого охотимся? А, опыт передаешь. Тебе какое дело? Большое. Я хочу, чтобы ты вернулась. Я тебе все дам, слышишь? Что ты захочешь. Мне ничего не надо от тебя. Уйди, а? Я должна вам кое-что сказать. Парень! Максим! Ты поосторожней. Что? Вы ко мне обращаетесь? К тебе. Ух ты, колечко. Ну да. Хорошее, кстати. Я смотрю, силки-то уже расставлены. Дичь уже в них запуталась. Ты хоть знаешь, кто это перед тобой сидит? С кем ты здесь разговариваешь? Максим, перестань, а? Вот. Ты просто смешон. Не очень вот понимаю. Вот так она когда-то и со мной поступила. Запутала меня. А потом бросила и убежал на поиски вот такого вот идиота. Простите, вы, видимо, пьяны. Извинитесь перед дамами и уходите. А ты не веришь, да? Слушай, ну давай, давай по порядку. Значит, вы же, наверное, познакомились, ну, как-то случайно. Какой-нибудь деловой ужин. А потом абсолютно случайно
Но абсолютно случайно оказалось, что этим двум нужно было приехать сюда, на форум. Ну а после этого уж совсем случайная встреча. Ну, где-нибудь, например, на горе. Так? И после этого произошел интимный вечер. Но, правда, секса еще не было. Ну, потому как нужно нести главный удар. СМС-ка. Она пишет: дорогой, все так хорошо, но я уезжаю. И после этого у вас, естественно, ужин, типа такого. Она подъезжает на дорогой, хорошей машине. Нужно же показать, что мы тоже вроде как не лыком шиты. И после этого повод для ревности. Она должна встретить какого-нибудь спортсмена, легкий поцелуй, ну как бы так, между прочим. И после этого она берет бокал, так, и говорит: милый, давай выпьем за нас с тобой. Знаешь что? Все фальшь. Просто фальшь. Ничего настоящего. Хотя нет, нет, нет. Сережка-то настоящий. Это я ей подарил на нашу помолвку. И я тебе так скажу. Цена этим двум шлюхам долларов 300. Максимум. Стойте! Игорь, он прав. Я обманула вас. Я действительно не та, за кого вы меня принимаете. Прощайте. Qu'est-ce que cette bague, hein? Qu'est-ce que cette petite bague de merde? Non, mais vraiment. Извини, это красивое кольцо, mais c'est trop simple. Слишком простое. Либо проиграли. Я могла бы подождать пару дней. Проиграл так проиграл. И потом ты стоишь гораздо дороже. Сколько? У меня нет таких денег. Пишите, пожалуйста, вот здесь. Ты становишься моей женой. Если выполнишь одну мою просьбу. Что такое любовь? Многие классики задавались этим вопросом. Ну, а вы уже достаточно взрослые, чтобы поразмышлять на эту тему. Поэтому приступайте. Ира Анатольевна, садитесь. У нас ЧП. Что случилось? Только что звонили из издательства по поводу вашей книги. Мне кажется, что это какая-то ошибка. Да нет, не ошибка. Они сказали, что сейчас за вами машину пришлют. Вот. Извините. Через 3 часа мы будем в Женеве. Намерены объявить о нашей свадьбе сегодня. Надеюсь, ты не против. И еще. Не вздумай покупать мне кольцо, не посоветовавшись со мной. Я хочу выпить за наш контракт. Наш брачный контракт. Ну не делай такой рожи. Ты понимаешь, что теперь у тебя в жизни все будет замечательно. Я сама этим займусь. Что это? Я же ничего не дарила. Я хотела подарить в Женеву. Дорогой, оставь эту книгу и скажи, что ты рад. Игор, réponds-moi immédiatement. Chérie, Игор, je te parle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Куда ты? Если ты сейчас уйдешь, я предупреждаю тебя, больше никогда не будешь работать в Европе. Будешь делать свои лада. Или как-то там, черт.
Будет на месте через 10 минут. Ну вот, все идет по плану. А где Мира? Включите правую камеру. Мира Анатольевна, здравствуйте. Я ваш персональный менеджер. Пойдемте со мной. Пойдемте, пойдемте. Как видите, все уже в сборе. Надеюсь, вы получите настоящее удовольствие от общения. Честно говоря, мы решили сделать вам сюрприз. И издали вашу книгу. Прошу вас. От имени нашего издательства хочу представить вам восходящую звезду нашего литературного небосклона Миру Орлову. И ее книгу «Нереальная любовь», ставшую настоящим бестселлером. Скажите пару слов. Давайте поддержим Миру. Ну, расскажите, о чем ваша книга? О любви. Любовь – очень хрупкое чувство, и оно не терпит лжи и фальши, и его легко потерять по собственной глупости. И если это с вами произошло, то не теряйте веру, что сможете вновь обрести ее. Для Наташи от Гарика с любовью. Нет, для Оли. Спасибо. Добрый день. Здрасте. Для Кости и Насти. Мы недавно поженились. Любви. Спасибо. Спасибо. Извините, Мира Анатольевна, нам нужно поторопиться. Через полчаса у нас фотосессия для журнала. 5 разворотов. Завтра мы вылетаем во Франкфурт. Там книжная ярмарка. Потом Лондон, переговоры с издательством. Дальше Нью-Йорк, Лос-Анджелес. А на обратном пути Сен-Барт. Хотя бы насчет Сен-Барта не соврали. Ну ладно, поздравляю вас. Мира Анатольевна. Игорь. Игорь, подождите! Игорь! Это я виновата. Терпение, терпение, терпение. Игорь, Игорь, мне нужно с вами поговорить. Послушайте, вы не за того меня принимаете, Мира. Вам надо найти нормального, богатого человека, нет, это... который будет вам соответствовать. Нет, мне не нужен богатый, мне вы нужны. Игорь, послушайте вы меня, ну выслушайте! Я... То есть вы хотите сказать мне, что вы готовы жить на зарплату обыкновенного инженера, да? Ну я же живу на зарплату обыкновенной учительницы. 15 тысяч рублей, Игорь. Подожди, что, серьезно, 15 тысяч? Вы сейчас... Надо идти во власть. А что, мне пошло быть первой, леди. Ну вот, я же говорю, судьба. Тогда скажите здесь, скажите, встаньте и скажите. Я готова быть твоей женой. Я готова быть твоей женой. Я вам не верю. Вы эгоист! Вы бесчувственный эгоист! Я ненавижу вас! Да-да. Я знал, что этим закончится. Конечно. Слушайте, я рад за вас. Ну-ка дай. Это прекрасно. А теперь держи. Не знаю, как вы это сделали, молодой человек, но он подписал контракт. Мы открываем опытное производство твоей машины. Этого не может быть. А тем не менее, это случилось.
И не надо задавать лишних вопросов, хорошо? Ну, где собираетесь провести медовый месяц? В горах. На море. А, значит, значит, в Сочи. Сочи. Все получилось, я исполнил твою просьбу. Я согласна. Давай. Поехали. Я тебя поздравляю. Я такая счастливая. Смотри, какое он мне колечко подарил. Может, оно и простое, но мне очень нравится. Дурочка, это же Тиффани. Вот видите, в жизни случается нереальная любовь, как у нас с Игорем. У Минисбо, у Ольги с президентом. Правда, Ольга сбежала от него через 2 месяца к сноубордисту, но это уже совсем другая история. Лишь мне.